Киеве задержали очередного вора в законе по прозвищу Куцу. Вора в законе Георгия Лобжонидзе, известного как Куцу, задержали накануне в украинской столице. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы нацполиции Вячеслав Абраськин. При этом Абраськин, комментируя задержание, весьма эмоционально высказался по поводу представителей криминального мира. Пора для этих гадов строить отдельный серпентарий. Для этих подонков создаем и будем продолжать создавать условия сокращения этого вида с последующим исчезновением, отметил представитель правоохранителей. Он также добавил, это уже четвертый авторитет, которого задержали за последнее время. Сам уроженец грузинского города Руставил Лобжонидзе рассказал, что с 2007 года живет в Украине и является ее гражданином. При этом пока нигде не работает и не помнит свой домашний адрес. А вопрос о том, является ли он вором в законе, счел некорректным. Как ранее уже писала «Преступная Россия», Куцу относится к группе грузинских воров, контролирующих восточную часть Украины. Ее предводителем является криминальный олигарх Аликона Крелешвили Петровский, Нарик, активными членами Гия Хмелидзе, Хмела, Лаша Джачвлиани, Лаша Сван и Серго Галанти, Гуга. Лобжонидзе уже неоднократно задерживался на всевозможных сходках. Одна из самых примечательных состоялась в июле 2016 года, когда при виде силовиков в Днепр прыгнул ныне развенчанный вор в законе Андрей Недзельский. Неделя. Тогда в ходе проведенных досмотров сотрудники угрозыска обнаружили и изъяли крупную денежную сумму оружия. Лобжонидзе был коронован в августе 2004 года во время отбывания наказания в Грузии. После своего освобождения он перебрался на Украину и обосновался в Донецке. Верховная Рада ранее отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для воров в законе. В настоящее время законодательство Украины позволяет только принудительно депортировать из страны таких лиц,